Ну вот и начинается проблема с 157 двигателем. Говорят, хороший, идеальный. Но что-то мне он не нравится, честно говоря. Ну вот. То ремень борвет, то еще какой геморрой. То с проводкой проблемы. Но это проблемы с проводкой, это полбеды. Вот. Такие дела. Тут недоработан двигатель. Не рассчитан такие мощности, что тут возложено на него. Короче, подклинивает двигатель. Такое чувство, что или обгонная муфта стартера открутилась, или цепь там привода насоса. Короче, не знаю, что это в этой стороне. Или поршневая. Звук одно. Короче, вот такие дела. Пробег у меня сейчас составляет 25-530. Вот. Грубо говоря, отъехал от дома и встал. Вот такие дела. Что еще говорить? Особо нечего. Вроде бы все досмотрено, все заебись. Фиг его знает, что. Ну, сыпется то мелочевка. Ебаный китаец. Купи японца 10-летнего. Да такая же хуйня. Сыпется он, блядь. Это те, тех не сыпется скутер, который, блядь, не ездит нихуя дальше магазина. Я перед этим усадил за неделю до этого 300 километров на нем. Жену около дома, по делам, на работу. За неделю 300 километров садил. Вот такие дела. Масло заливаю, Repsol, стараюсь, ну, хорошее, чистое. Да, в плане мотора смотреть, мыть его, ну, блядь, чтобы не перегревался. Установил для этого тактик масляного масла, температуры масла. Кто знает по видео, я думаю, наблюдал. Ну, блядь, смотрю за ним. Стараюсь со стартера заводить, слабки не стараюсь. Резину нормальную, отделанную. Ну, короче, фиг его знает. Китаец есть китаец. Вот такая хрень. Продолжение будет следовать по поводу ремонта. Сегодня протащу его. Тут люди уже едут за мной. Ну и, короче, разберу причины, что там сломалось. Следите дальше за видео. Будет интересно, надеюсь. Ну вот. Я от него не отстану, пока не сделаю. До 100%. Так что, готов. Вот снял лобовую, потому что лобовая мешает транспортировке. Ну, тут, что сказать, по проводке. Парни неплохо сделали. Предохранители поставили на прикуриватель, на электрику приборную. Везде по предохранителю. Для 150... Что будет менять двигатель, кстати? 157-й двигатель с полтинника. Вам надо будет реле зарядки менять, 100%. Вот она. Полтинничная, она не выдерживает, не хватает мощности. Так что такие дела, имейте в виду. Вот. Ну что, особо нечего говорить. Все четко, все хорошо. Ну что, погодой не жарко, блядь, не холодно, само то. Вот. Природа, короче. Дышим природой. Ну что тогда? Сидим за продолжением вот, скутера, ремонта и отслуживания дальше. Что будет. Все, всем пока, удачки.